В рейтинге привлекательности российских городов Владимир занял место лишь в восьмом десятке. Рейтинг составил Российский союз инженеров. Аналитики исследовали города с численностью населения больше 100 тысяч человек. Их набралось 164. Авторы рейтинга поставили задачу определить точки роста России, где сложились благоприятные условия для жизни и бизнеса, и слаборазвитые территории. Именно огромные различия между крупными городами и депрессивной периферией мешают динамичному развитию в стране, указывают авторы рейтинга. Из отсталых регионов уезжает молодежь и классные кадры, что еще больше усугубляет неравенство территорий. При составлении рейтинга привлекательности городов учитывалось множество показателей – от демографии, благосостояния жителей и доступности жилья до транспортной и инженерной инфраструктуры, экономики и природно-экологического потенциала. В первую десятку вошли, понятное дело, Москва, Питер, а также крупные центры Сибири и юга страны. А вот Владимир оказался на 74-й строчке, рядом с Тамбовым, Щелковым, Вологдой и Нижним Тагилом. Ковров и Муром заняли 141-е и 145-е места. А вот центры соседних регионов нас заметно опередили. Нижний Новгород стоит на 16-й строчке рейтинга, Рязань на 35-й, Иваново на 66-й.